Внимание, противник!
Ну, привет. Ну, знаешь же везение свое идиотское. Одни тропы не хопают, и твари не хопают. Здравствуй. Второй раз весь прибыл, так за месяц отобрали. Скажи, что вообще в жизни, если все склады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных импостах. И на нашем горбу в рай вещают. Пока. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Ни тварей, ни сволочей равных. Да-да, я слушаю. Ах, вот если всегда такая пруха была. Если прикинуть... Так, ага. Учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Да. Вот ведь как грустно все выходит. Фу, блин. Ёлы-палы, ну надо же. Вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Ах, вот если б всегда такая пруха была. Если прикинуть... Так, ага, точно.
3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже, и все. Завязываю с зоной нахрен. Судьба. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Но все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки, чтобы лес рядом. Ёлы-палы. Ну надо же, вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Не учатся ничему некоторые. Учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Вот дерьмо-то. Хотят, день коту под хвост катится. Пока ни хабара, ни какого приварка. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки, и чтобы лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. И никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Фу, блин. Я в свертке. Эх, не
тот уже хабар. Не тот. Мишку завязывать пора. Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. Ух. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Ну, вот и что расскажешь?